шестой серии вы узнаете о том, как Потапов вынужден признать, что Люся оказалась права в невиновности предполагаемого убийцы. Доказательная база против него рассыпается на глазах. Однако удара Люси обнаруживается и вовсе другая сторона. Она начинает видеть трагедии, которые ожидают сторонних людей, понимает, что не способна их предотвратить. В седьмой серии на корпоративе в пансионате задушена молодая женщина. Предполагаемого убийцу находят мертвым в ближайшем пруду, а в номере погибшей сумку с крупной партией наркотиков. Опрос свидетелей затягивается до позднего вечера, и Потапов оставляет сумку с запрещенными веществами в сейфе своего кабинета в отделении полиции. В восьмой серии благодаря Люсиному удару удается найти ниточку к убийце параллельно с расследованием двойного убийства. Потапов ищет факты, которые могут помочь ему выяснить обстоятельства гибели в 1990-х годах его отца, офицера милиции. Отец занимался делом о коррупции в МВД, и Потапов предполагает, что его убийство не было и вовсе случайным. В девятой серии на набережной обнаружено тело застреленного мужчины. Люся утверждает, что в деле как-то замешаны фашисты. Но на этот раз над ней никто не смеется, слишком часто ее необычные ниточки помогали расследованию. Так и происходит и на этот раз. Выясняется, что убийство совершено из пистолета времен Второй мировой войны. Следы ведут к черным копателям.